В рамках проекта «Старшее поколение» депутаты фракции «Единая Россия» в окружном совете передали ткань серебряным волонтерам для пошива одежды участникам СВО. Депутаты постоянно оказывают помощь в закупке необходимых материалов. Серебряные волонтеры показали уже отшитые футболки, банданы, летние снуды. В мероприятии приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев, депутаты Олег Цуцков, Андрей Яцишин, Станислав Улитин, исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева.